Привет, автоботы и десептиконы, с вами снова я, Доминато Спейс, и мы продолжаем играть в Transformers Fall of Cybertron. Да, друзья, продолжаем, все у нас стандартно, точно такой же Мегатрон, Soundwave. Soundwave я никогда не изменю. И что насчет вот этого Shockwave? Насчет него мы пока что все так же копим на Photon Burst Rifle, но для некоторого разнообразия я выбираю ему другой... Вот такой вот протектор. Мне кажется, выглядит довольно неплохо. И change form. И я не успел. Ну ладно, погнали. Надеюсь, вы готовы увидеть то, как десептиконы, либо же автоботы, те, за кого мы будем играть, будут доминировать над другими. Потому что... О, кстати говоря, это та карта, которая была в прошлый раз. Ну хорошо, почему повторяться, это так-то неинтересно, но лишь в определенные моменты, если повторение идет. Ладно, я хотел сказать что-то умное, но я не додумал, ибо у меня все мысли сконцентрированы на... Ой, что-то так подлагнуло. Ага, то есть я трансформирован в самолет такой. Ну, я не знаю, это, по-моему, не круто. Он, по-моему, такой же скорости... Ну не, мне он не си... О! Ладно. Я понял, кто здесь нужен. Soundwave. Да, друзья. Без него здесь не получится ничего. Да и плюс Shockwave был раньше у нас классический, хороший, хорошо себя показывал. Сейчас мы его изменили, и он стал каким-то, согласитесь, неполноценным, что ли. Ассист. Ну вы что, ребята, я в него последнюю пулю всадил. Если бы не я, он бы все еще жил. Жил своей жалкой жизнью. Так, все пошли туда, не знаю почему. А, вот почему. Ай, да ну не толпитесь вы. Его взорвали. Так, там никого нет, я думаю. Хотя туда все пошли, наверное, кто-то есть. Ну ладно, я буду действовать в одиночку. Ибо так я делаю почти всегда. Так. О, здравствуй. Какая встреча! Ну зря ты это сделал, паренек. Ибо ты сейчас умрешь. Да ну! Вот чего они пришли ко мне, а? Чего они приперлись? Перезарядка, чертова перезарядка. Ну, это было как минимум нечестно. Я на последнем месте! Конечно, у меня все стилят. Ладно, берем Мегатрона. Нужен кто-то помощнее. Помощнее и понастойчивее. Ах ты. Гороховый! Давай, ты будешь первым, кого я убью в честном бою. Давай, ну! Откуда у него столько жизней? Это нечестно. У меня немножко стало бомбить. Ноль киллов? Да вы серьезно, народ. Я... Тут есть Бен Кеноби 2003. Ну, это круто. Ладно, я не понял, что происходит. Почему... Почему... Сила не со мной. И превосходство не на моей стороне. Это странно, как минимум. На тебе! Ну вот и что? Это что? Это что? Это скажите, пожалуйста. Я хочу узнать их уровни. Ну, не сказал бы, что такие прямо высокие. Ой, не то открыл, сорян. Запутался в управлении. Эта катка у нас как-то не идет, заметили? Это странно. Так, ладно. Ну, я не знаю, что сказать. Я, наверное, лучше промолчу, ибо это довольно странно. Помните прошлые? Бибо-бло! Ну, иди сюда. Не улетишь.
Думал, что такой быстрый, такой сильный, выносливый. Да что ты знаешь об этом? Так, ладно, поехали. Тихо, 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 у него мало жизней. Ну, это неправильно, я считаю. Может быть, нам просто стоит сменить персонажа? Может быть, Мегатронус был хорош только для прошлой части, а в этой он уже себя изжил? Не знаю. Вероятнее всего именно так, но... Посмотрим. Так, вот наши собратья. Давайте будем кучковаться. А! Ассист? Да какой ассист? Черт возьми, я его убил. А что сделали вы? Да вы издеваетесь. Друзья, я не понимаю, что происходит. Меня начинает бить нерв. И когда это происходит, я беру саундвейва. Так, ну ладно, не подведи меня, дружок. А то что-то эта катка со слишком... Так, тихо, сложными персонажами происходит. Здравствуй, дружочек. Один на один. Давай, давай, идем, выйдем. Тихо, а где там? А, вон он. Явно поднялся наверх. Идемте за ним. Вы видели? Три эти крутящиеся ерунды вылетели вот в него. Вот в него. Кстати, это он, чувак, похож на Шоквейва был, только мощного. Ну, мне хотя бы ассист за это дали. Ну, ладно. Прощу им. Их оплошность. Так, поехали. О, летающий. Ученый, да? Ну, иди сюда. Ну ладно, я уже не так плохо играю. Три килла. Ну, у меня все видели, они довольно часто стилят. Либо это я... Пять этих убийств осталось. 5 kills remaining. Ну, раз они остались, сейчас мы их получим. Точнее, они их получат. Ой-ой-ой, где он, где он, где он, алё? Так, а где он был? Ладно. Три килла осталось, и мы победили. А нет, не мы, они. Ну вы видели? Кажется, мы проиграли на несколько очков. We lost the match. Ну ладно, не расстраивайтесь, друзья. Если хотите, чтобы не расстраивался я, и вы увидели больше обзоров на Лего и больше видеоигр. Если вам это интересно, опять же, Лего все равно остается приоритетом на канале, не переживайте. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, обсуждайте трансформеров. Ну а я пошел, мне пора уходить на занятия. Так что пожелайте мне удачи в бою. Не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. И удачи вам!